Следующее – это, конечно, прием гуманитарной помощи или же доставка их. Если остановиться на вот, обеспечение обсервационных пунктов и госпитализационных пунктов, на сегодняшний день совместными усилиями органов местного самоуправления сегодня уже подготовлено 22 247 мест, из них госпитализационные места – это 9599 мест, дневные стационары 12340 мест и ночные стационары 308. Конечно, я хотел бы остановиться именно вот госпитализационный пункт Семете, это бывший транзитный центр Ганси. Там вот силами нашего министерства подготовлено 1302 мест, из них вот именно 600 мест на сегодняшний день используется для приема больных. Вот хотел бы подробно остановиться, то есть это там на сегодняшний день находятся кислородные концентраторы, обеспечены 252 штуки, СИПАП-аппараты 50 штук, ИВЛ-аппараты 2 штуки, аппарат Боброва 22 штуки. И, конечно, там есть особенность, то, что обеспечивается жидким кислородом, который именно, по словам докторов, она как бы положительно реагирует на состояние пациентов. На сегодняшний день на месте проводят работу 173 медицинских работника, из них 62 врачи и 111 – это медсестры. На сегодняшний день свободно 462, уважаемые граждане. Я хотел остановиться, что на сегодняшний день вот именно в этом пункте созданы все условия, и не стоит бояться. Там профессиональный, качественный медперсонал и современное оборудование. Тем более этот пункт также обеспечен в приоритетном порядке медицинскими препаратами. И на сегодняшний день вот на территории этого госпитализационного пункта работает 3 аптеки. Из них 2 – это круглосуточные, 1 – дневной. И созданы все условия так и для посетителей, и так и для больных.